Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы сегодня посмотрим на игру от подписчика, которую сделал этот YT-AlexEM. Мы с вами уже на эту игру смотрели. Это его игра такая, когда соседа типа, которую он сам сделал. И, короче, вышло обновление. Давно уже довольно вышло, я его никак не сниму. Ну что ж, давайте окинем взором это обновление и посмотрим, какие проблемы в нем были решены, а какие проблемы так проблемами и остались. Приступаем. Он мне написал, что изменили. Во-первых, звуки тихие какие-то очень. Давай. Да, со звуком чуть не тума, наверное. Давай, так, посмотрим, что он там обновил. Обновил в меню дополнительно. Можно посмотреть. Раньше вот на монитор нажать можно было. Сейчас что-то, походу, нельзя. Здесь есть Andrew Sam, Enris, канал Максимадзе новогодний. Интересный англоязычный ютубер, КПК за соседа, не только я его не знаю, кстати, вот это вот. И D плюс какой-то. Мини-игры и достижений нет пока. В настройках. Включить и выключить звук. Я, кстати, уже сейчас пытался записать это видео, я второй раз его уже записываю. И что-то недоумевал, почему нету звуков, что не так с игрой, где звуки и так далее. А оказывается, звуков не было, потому что у меня были отключены колонки, а я этого не знал. Потом включаю колонки, а там как на всю катушку музыка играет. Я сразу понял, что видео неудачное, и музыка играла очень громко, меня не было слышно вообще, и пришлось перезаписывать. Короче говоря... Ну, сейчас все нормально. Короче, что он добавил? Есть баг с двумя соседями, если попасться в ванной. Еще в ванной за шторами можно прятаться. У Вуди новая анимация, когда он стоит на цыпочках. 40 секунд. Предлагаю зайти на 6-й уровень и проверить. А еще проверить, что если время закончится. Новая анимация поимки с соседом, а также... Самое главное, Вуди теперь не застревает в текстурах. Как... Кроме улиц, потому что ступеньки выше земли. Но если нужно, могу убрать такой эффект. Вот сейчас посмотрим, нужно ли убирать или нет. Предлагаю пройти 3-й уровень. Там надо будет научиться прыгать персонажем. Понятно, поехали. Там были некоторые персонажи. Разные. Тут теперь не 5, тут 6 уровней. Давайте все-таки начнем с первого. Дом соседа. Как пройти 2-й уровень? Мыло и масло применить на кухне или в ванной. Со звуками, конечно, беда. Автор был занятой, поэтому я буду читать из инструкции. Пройдите на 2-й этаж. Ну да, пока застревания в текстурах я не вижу. Так, колесико мыши надо нажать на маркер. Я помню. Это что такое, а? Подходим к с маркером к окну. Надо нажать на маркер колесико мыши, что не очень удобно, конечно. Попробуем. Пока сделано. Дверь открыта и идем к выходу. Жаль, что по диагонали нельзя идти. Какие его дела? Уровень пройден. Как пройти 2-й уровень? Мыло или масло применить на кухне или в ванной? Гироскутер? Гироскутер, ничего себе. Возле окна на кухне яйцо и шарики в коридоре и банановую кожуру гостиной. Ого, сколько всего.
беги, давай. Мыло или масло? Так понимаю, вот это масло. Это вот так. Яйцо. Где там надо яйцо, я забыл. Яйцо и шарики в коридоре. Шариков я пока не взял. Понятно. Так, выходим на цыпочках. А, колесико мыши я забываю все время. Гироскутер возле окна на кухне. А это гироскутер, оказывается, такой. Я думал, это ролик тоже, типа. Беги скорее. Он нас заметил, но тем не менее, раз уж мы ушли, то он плюнул на все и ушел. В своей игре, что на 6 уровне, и после него есть едва и заметные черные линии. Пока они есть, можно посмотреть зону перемещения персонажа. Понятно. А, беги! Шкала вот это вот заполнилась зеленым цветом, но уровень что-то не закончился. Может, я что-то не то, конечно, сделал, но мы попались. Ну и ладно. Посмотрим. Давайте сразу прям 6 уровень. Посмотрим, что тут у нас находится. Жмите на клей. А тогда нажмите на динамит. Так, динамит. И кладем его сюда. Отойти на безопасное расстояние, я так понимаю, надо. Ну, что ты застрял? Отлично, мы застряли. А, я еще не поставил этот предмет. Зашибись. Так, посмотрим, что дальше. Надо появится. Наверное, вот с застреванием на ступеньках лучше, конечно, тоже позаботиться. И не хотелось бы, чтобы застревать. Посмотрим пятый сразу же, давайте. Знаю, ты закончился... Ты закончил учиться в колледже. И уставший такой вид. Но ты закончил учиться, также завершил подготовительные эпизоды. Ага, да. Прекрасно, прекрасно. Шифтом. Шифтом это кнопка назад. Четвертый уровень у нас. Бонусный уровень. Поблагодарите автору за него. Соберите монет. Ой, это музыка из этого. А как, интересно, о чем мы сделать должны были сейчас вот здесь? Что мы должны были сделать с соседом? Mm-hmm.
Что-то я не понял, а как прыгнуть, если он на дверь, с дверь заходит? Так, взяли. Вот тут, тут к той монетке не подберешься. У нас 60 секунд. Да блин, я не могу подобраться к ней. Да блин, не получается. Да вот, подходишь ближе к стене и прыгаешь нажатием на пробел. Да блин. Ну, мы видим анимацию. Вот. Как сосед застреливает Вуди из ружья из Hello Neighbor. Понятно. Третий уровень у нас. Проходить мимо животных. А, прыгнуть надо, да. Инструмент существует на шкафу. Но я уже все, я взял его. Вот, я взял его уже. А где его применять надо? И почему он ни колесико мыши не убирается? Покинуть... А, все, закончить уровень. Это все, что ли? Отлично. Так, посмотрим второй уровень. Я его проходил? А, я же его проходил. Выходим тогда из него. Запустить. Так, вот здесь написано Shift, это кнопка назад. Клавиши с первой по шестую это... Или правая кнопка мыши запустить уровень. Левая кнопка... Ну, это типа, наверное, зависит от выбора уровня. Клавишу какую с первой по шестую. Левый клип, информация уровня, R это перезапустить уровень. Я еще не нажимал на L. Конец пролога. Neighbors Back From Hell. Один эффект, это не ремикс. По-моему, мы все уровни с вами посмотрели уже. А здесь у нас что? Будет в разработке, когда проигравшие нанесут критику. Вынесут критику к обучающим уровням. Что поменять, что поменять перед тем, как делать основные уровни. Так, ну, основных уровней нет еще пока. Это у нас что? Мы на улице. Можем пойти нафиг. А можем вернуться. Отличная игра, в которой в ней можно летать и ходить по воздуху. 2025. Интересно, что означает 2025? Можем также пойти нафиг. Ну, мы, собственно, и пошли нафиг. Ладно, вот такая вот игрушка у нас сегодня была. Что ж, как бы нам ее оценить? Стало ли лучше? Ну, определенно стало лучше. Ну, в том смысле, что лучше, чем было. Но до оценки выше, чем минус, пока все равно не дотягивает. Извини, автор, не обижайся, не злись, но пока что проблемы еще есть. Остались еще некоторые вещи. Вот, например, я не понял, как взять монетку там, где сосед находится. И... А также я не смог прыгнуть монетку, которая над дверью. Потому что Вуди заходит прямо в дверь сразу же, а не прыгает. Ну и еще есть несколько проблем, как, надеюсь, ты
Хотя ты и так знаешь. Что ж, с нетерпением буду ждать основные уровни игры. Когда они будут, когда будет обновление, сразу же присылай мне. Обязательно сниму ролик. Что ж, на этом все. Ссылочка на эту игру будет в описании. С вас лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Увидимся на следующей неделе. С завтрашнего дня по 20 по понедельник видео выходить не будут. Я немного устал и хочу отдохнуть. Подписывайтесь на этот канал и вступайте в группу ВКонтакте. Пока!